Всем привет! Мы сегодня снимаем влог. Сегодня мой день, и я могу поехать с родителями, куда я хочу. И мы приехали в торговый центр. Может быть, что-нибудь еще купим. Сегодня нам не повезло. Пошел дождь. Куда остается поехать? Только в торговый центр. Потому что никуда больше не поедешь. Ксюшка осталась с малышней. В принципе, они себя хорошо ведут, они спокойные, с ними несложно. Она просто за ними должна присмотреть, там, дать покушать. Вот. Мы ненадолго уехали, не на целый день. Мы уехали в обед и вернемся вечерком так. Где-то, может быть, часиков в 6. Мы выделяем 100 франков ребенка. У Маргариты есть 100 франков, и она может распорядиться ими, как она хочет. Пойти что-то купить, покушать. Ну, в общем, все, что она захочет в пределах этой суммы. Кушать идем. Кушать будем? Сколько у тебя еще осталось? 50? Суши. У Маргариты осталось еще 50 франков. Она может потратить их, как она хочет. Так, погулять мы не можем никуда пойти, потому что идет дождь, поэтому только если куда-то поехать покушать. Но гулять не получится. Не повезло немножко. Так, мы пришли посмотреть, какие здесь есть фильмы. Маргарита хочет, наверное, в кино сходить. Кому пользуется? Вот так вот. Так. Домикателла. Space Jam. Space Jam. Это новое? Да. 5.30. 5.30. Сингапур. О, есть вот это. Есть 3D и 2D. Решай, как хочешь. Либо идти кушать, либо смотреть фильм с попкорном. Рита все-таки заходила в кино, но она хочет на другой фильм пойти. А этот фильм будет только... 8 часов, поэтому мы сейчас поедем пока домой, а потом приедем обратно. Поехали мы домой, покормим деток. В 8.45 начнется фильм, и мы к этому времени приедем. Дождик уже закончился. А нет, еще идет дождик. Так, до школы остался один день, то есть 2 дня, сегодня и завтра. Послезавтра уже школа. Папа у нас работает с обеда до вечера, поэтому он может отвезти Маргариту. Ну, не утром. Сначала Каролину, потом Маргариту. Приехали. Загружаемся. Так, сейчас Маргарита зайдет, покажет, что она сегодня купила. Скидки везде 70%. А вот это то, что она померила в Бершке, не очень, да? А-а. Джинсы как-то, они, во-первых, не очень длинные, их нужно обрезать. И они маленькие оказались по размеру. А толстовка, но она что-то какая-то... Да, дорогая для одной толстовки. Мы за 40 купили 5 толстовок. Да, там стоила одна 40 франков, а мы за 40 франков 5 толстовок взяли. Ку-ку, можно? Можно. Можно? Здрасте. Да. Как дела? Что делали? Привет, Банюшкин. Я поубирала. Ты поубирала? Вонечка, нянька, как дела? Как они себя вели? А? Что они делали? Макс, он развел эту странную пятницу, потом он вытер, потом там было мокро, а потом он еще меня бил. Макс, ты почему Ксюшу бьешь? Каролине взяли в школу запасную обувь, сменную обувь, то есть такие вот шлепочки. И Максу вот такие топольтульки тоже.
Готовим в садик. Нужна смена обувь. Вот эту желтенькую она взяла, толстовку. Стоила она 7,95, да? 7, я думала 5. Нет, 7,95. Да, вот эти, они все по 7,95. Хорошо. Вот это стоило 7,95. Это тоже стоило 7,95. Вот такая вот. Просто рука тянет. Вот она. Все со скидкой. Вот. А так она стоила 25. Такая вот она яркая. Такая розовая, желтая, неоновая. Так, котик вот такой тоже Маргарите понравилось. Тоже за 8 франков. Розовая. Да, 7,95. Стоила тоже раньше 24. И Микки. Такая, да? Вот нежно-розовая. Это малиновая. И нежно-розовая. С таким котиком. И она с начесиком даже теплая. Фиолетовая. Но разных цветов взяла. С Минни-Маусом. Тоже такая с начесиком. Тоже со скидкой шла. Это стоило уже 14,95. Подороже немножко. 15. Да, а раньше стоила она 30 почти. 30, 29. Угу. Еще одна розовая? Да. Еще одна розовая. Еще вот такая вот розовенькая, тоже с начесиком. Вот. Шнурочки. Что, этикетка упала, да? Да, но это. Ну, она тоже 7. А, тоже 15 стоила. Все, и желтая вот эта. Сколько у тебя толстовок получается? 5. Раз, два, три, четыре, пять. 5 толстовок. Вот. Джинсы она не взяла розовые, потому что. Не очень, не понравились они. Собираемся, Маргарита волосы помыла. Да, но высохли. Перед выходом. Ну-ка покажи, какой цвет у тебя уже стал. Смылся голубой. Точно, посмотрите, он уже смывается. Но у нас еще краска осталась, так что если что, можно подкрасить, если захочешь. Уже 8. Скажи, чтобы она собиралась. Там 8. Да. Скажи, чтобы она собиралась, мы сейчас через минут 10 заедем. Все, ведите себя хорошо, ладно? Да. Ксюшу слушайтесь. Это Ксюша? Новый? Все, Ксюш, давай. Сильно на них нет, а. Не кричи. Так, фильм мы посмотрели, трейлер вроде интересный. Написала ей, ждет она? Да, уедем нет. С подружкой. Маргоша пригласила свою лучшую подружку тоже в кино. И потом Маргарита идет с ночевкой к ней. Завтра во сколько вернешься? Не знаю. Только недолго, давай не под вечер, да. Нужно собираться еще. Нет. Вы же еще видео не сняли, собирая рюкзак. Вот завтра будете собирать. Ты еще рюкзак не собрала, и Ксюша тоже не собрала рюкзак. Дождик и солнышко светит, и радуга вышла. Сейчас, если будет видно. На, папе, вон там. Вон она. 10:11. Вот 10. Все. Удобненько. Очки. Будем смотреть 3D. Можно назад облокотиться. И кресло, как диванчики. Понравилось? Ну, то мне тоже понравилось. Классный фильм. Джангл Круиз. Да? Джангл Круиз. Классное кино. Все, идем домой. 11 часов сейчас. Мы заехали в Макдональдс. Возьмем Ксюше и детворе. Все, закончился твой день, Маргоша. Тебе понравилось? Очень. Да? Теперь жди 4 недели. Самое первое. Теперь будешь все ждать. Ксюша уже придумала, куда она пойдет, так что будем ждать следующую субботу. Время уже 11:30. Как делишки? Все хорошо? Они шоу. Что делаешь? Кто младше интернет выключил? Потом еще она хотела этот шоколадный сад и сказала, что нет, что она уже пила. Макс, а ты зачем интернет выключил? Там этот фильм есть, кстати, в кино. Мы сначала хотели пойти на этот фильм. А почему не пошли? Ну, что-то не очень, не знаю. Почему подумали. Не очень, знаешь, как он офигенный? Не, ну мы что-то подумали посмотреть другой, не знаю. Мы выбирали между вот этим Space, как его называется, Джем или как Space Джем. А где Маргарита? Да, она к подружке пошла заночевать. Да? Маргарита пошла к подружке. Да, завтра придет. И не знаю, выбрали почему-то между вот этими двумя фильмами. Как он называется? Джанго Круиз или как? Это смея. Классный фильм. Такой прям приключенческий. Что,
что, ребят, все, мы ложимся спать. Всем спокойной ночи. Пока. У нас уже поздно. Завтра рано вставать и рано спать ложиться. Ой-ой-ой. Потому что начинается школа. Нет? Не хочется? Все, всем пока. Спокойной ночи.